цифровая рупия вместо биткоина. Резервный банк Индии RBI не может регулировать биткоин, поэтому ищет возможность выпускать собственную цифровую валюту, например, цифровую рупию, сообщает CoinTelegraph. По словам генерального директора банка Сударшана Сена, RBI изучает альтернативу индийской рупии, цифровую валюту, которая будет выпущена резервным банком вместо физической. Как известно, Индия является одной из стран, которые относятся к цифровым валютам положительно, но в то же время осторожно.